В Краснодарском крае стартовал основной период сдачи единого государственного экзамена. В Северском районе информатику и географию сдают 31 выпускник. Продолжительность выполнения экзаменационной работы по географии составляет 3 часа. Экзамен по информатике проходит почти за 4 часа – 3 часа 55 минут. Дети готовы, все пришли в хорошем настроении. Задача взрослых – доброжелательно их встретить и удачно провести этот первый в их жизни важный экзамен. Для того, чтобы преодолеть порог успешности, школьникам необходимо набрать не менее 37 баллов по географии и 40 баллов по информатике. Экзамен проводится с использованием новых технологий, печать полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пункта проведения экзамена и сканирование экзаменационных материалов в штабе ППЭ. Результаты по данным предметам будут известны не ранее, чем через 10 дней. В минувшие выходные всей станицы Азовской торжественно встретили свою землячку Александру Панкратову, финалистку шоу «Ты супер». Сразив всех безусловным талантом и скромностью, Саша на протяжении всего проекта радовала своим исполнением. 5 месяцев вся страна следила за судьбой 82 участников международного проекта. Это воспитанники детских домов, школ-интернатов и ребят из приемных семей. Александра воспитывается в семье опекуна бабушки Мухаббат Панкратовой. Вы знаете, вот такие минуты, ты понимаешь, что такое родина, малая родина, что значит гордиться человеком, который представляет эту родину. Саш, ты подарила всем нам минуты счастья, потому что когда мы болели за тебя, смотрели телевизор, мы понимали, это наша Александра. И она для нас лучшая. 15-летняя Александра Панкратова из станицы Азовской каждый раз удивляла зрителей и жюри новым звучанием народных песен. Но красавица даже и подумать не могла, что ей удастся выйти в финал. На сцене в последнем туре она оказалась вместе с московским казачьим хором. Ее исполнение песни «Ехал казак за Дунай» заслужило громкие аплодисменты и похвалу жюри. Наставник Сергей Лазарев заявил, что участница не разочаровала его ни в одном туре. Не хочу я ничего, тільки тебе одного. Будь здоров, ти мій маленький, а все пропаде. Рассказывая о своем участии в шоу «Ты супер», Саша с восторгом говорит о своих впечатлениях, эмоциях и выражает слова благодарности в адрес родных, друзей и всех, кто ее горячо поддерживал. Конечно, я думала все время о здесь, о Кубани, потому что каждый раз, когда меня просили передавать привет, я передавала приветы именно здешним людям. Я хочу сказать огромное спасибо за поддержку, я ее чувствовала за несколько тысяч километров. И вы всегда были со мной, мои близкие, мои друзья, и спасибо вам за все. Рассказала Александра о своих планах на будущее. Ее мечта – стать солисткой кубанского казачьего хора. И все благодаря участию в шоу. Юная звезда поверила в свою удачу и готова покорять новые вершины. Отмечали всем двором. 154-й день рождения отметила станица Новодмитриевская. С самого утра в сквере напротив Дома культуры начались праздничные мероприятия. Громкая музыка, украшения, аттракционы для детей и выступления лучших коллективов района. Все это в честь дня основания станицы. Глава новодмитриевского поселения Елена Шамраева поздравила станичников от лица местной администрации. От всей души поздравляю всех с Днем станицы. Желаю, чтобы в ваших домах всегда было светло и тепло. В семьях царили мир и благополучие, здоровье, счастье и стабильности вам и вашим близким. С праздником, дорогие! Ну и какой же праздник без гостей? Жители станицы приняли поздравления от главы муниципального образования Северский район Адама Джарима. В этот праздничный день мы с огромной благодарностью и уважением вспоминаем славных тружеников Новодмитриевской земли. Тех, кто жил и работал во славу станицы, кто вкладывал в ее развитие свою любовь, энергию, знания, трудолюбие. И отдаем дань уважения тем, кто сегодня трудится на благо процветания малой родины. Дорогие земляки, позвольте еще раз всех поздравить. Очень приятно, что сегодня собралось на этой площади много людей, детей, старшего поколения. У вас прекрасная станица, прекрасные люди. Живите такой дружной, доброй семьей. Счастья вам, достатка, тепла и уюта. Счастья вашим детям, вашим внукам. И пусть всегда на Новодмитриевской земле будет мир, счастье и благополучие. С праздником вас!
Как на любом дне рождения, не обошлось и без подарков. Администрация поселения вручила почетные грамоты и ценные подарки жителям поселения за активное участие в жизни станицы. Помимо праздничной концертной программы и народных гуляний в честь 154-летия станицы, был организован показ фильма об истории образования и становления поселения. Жителям станицы Новодмитриевской есть чем гордиться. Поселение имеет богатую и интересную полуторавековую историю. И в день, когда станичники чествуют свою малую родину, хочется пожелать им счастья и дальнейшего процветания. В Северской центральной районной больнице состоялся очередной день здоровья. В этот раз он проходил под девизом «Если хочешь долго жить, сигареты брось курить». Нарколог Сергей Емельяников побеседовал с посетителями больницы на тему вредных привычек, пагубного влияния наркотических средств и алкоголя на здоровье человека и рассказал о том, какие меры необходимо предпринимать, если среди ваших близких или знакомых есть люди, страдающие зависимостями. Также традиционно в рамках Дня здоровья каждый желающий имел возможность измерить рост, вес, артериальное давление, получить консультации терапевта и невролога. Ежегодно в Северском районе проходит около 50 дней здоровья. Всего же за прошедший год в этом профилактическом мероприятии приняло участие около 9 тысяч человек. Из них 2830 человек трудоспособного возраста. В субботу в Северском парке состоялось необычное состязание по легкой атлетике. Его необычность в том, что к финишу спортсмены не бежали, а уверенно шли. Скандинавская ходьба завоевывает все больше сердец наших жителей с ограниченными возможностями здоровья. Любовь Ефремова занимается скандинавской ходьбой 5 лет, оздоровительную группу посещает 2 год. А когда-то даже представить не могла, что этот вид спорта станет частью ее жизни. Впервые я пришла таким образом. Я привела своего внука 6-летнего на дзюдо в Афипскую. И 2 часа его ждала. И вдруг гляжу, занимаются люди. И сама начала ходить, пока я его жду. И так втянулась. Внук бросил, я хожу. Большие проблемы с опорно-двигательным аппаратом. В автобус было зайти тяжело. Сейчас я впрыгиваю с сумками. И когда меня видят мои сверстники, спрашивают, тебе не стыдно туда ходить? Я говорю, стыдно плохо залазить в автобус и тихо ходить. А все остальное это хорошо. По результатам соревнования в разных группах здоровья первые места завоевали Любовь Вакина, Марина Выдрина, Виктор Левицкий и Виктор Смирнягин. Победителям достались почетные грамоты и заслуженные аплодисменты.